Ой, девки, жить стало так опасно. Вообще. Если бы вы знали. Смотрите, сумка. Видите? Вот. И на ней еще какая-то рубашка. Короче, мы думали, мало ли там что. Но мы не стали подходить, мало ли там бомба. Думаю, вы поняли. Сейчас я вам покажу. Ну, во-первых, ее кто-то уже выпотрошил, она пустая. Это портфель был. А при чем здесь кофта, неизвестно. Короче, я не знаю, что это. Но мы не будем залазить, конечно. Во-первых, это не наше. Во-вторых, это может быть опасно для жизни. В общем, есть... информация. Вылетел билет нормальный. Ну, как нормальный? Ну, нормальный. И выгодный, и все, да. Вот. Человек только что из отпуска. Как, да, какого? Ну... У тебя же недели не было на ютубе. Ну, я за эту неделю в отпуске отснял, между прочим, 7 видео. И смонтировал, и отснял, и все сделал. Да, ты отдыхать должен. Ну, вот это показатель. Если бы я так много отдыхал, то бы у меня не было того, что есть сейчас. Вот она. Роковая ошибка, как я говорю. И вот она я, ваша роковая ошибка. Смотри, такое красивое небо. Красота. Пипец. Короче, билеты в Сочи появились интересные. Ну как интересные? Ну туда-обратно 8 тысяч. У меня вообще... 8 тысяч билет туда-обратно, без багажа. И отель нормальный. Вот, который мне нравится, эти бархатные сезоны. В общем, я весь в раздумьях, потому что вылет завтра уже в 11:35 из Домодедово. Пока что билеты висят, а номера в отеле есть. Думаю, ехать или нет. Поэтому, если полечу, то в любом случае вы все узнаете, увидите. А если нет, значит нет. То полечу потом. Это тоже говорит, что хочет. Ну, она у нее то Денис не отпускал, то она перехотела, то дни рождения у родственников. Ну, я тебе сказала, дни рождения, потому что надо быть на всех каких-то мероприятиях что-то. Важно. То туры, билеты, отели дорогие, да? Короче, не срасталось. Вот, предложил Настюхе еще. Вот, она тоже, да, много хотела, давно хотела. Но, как обычно, навалились проблемы. Ну, ничего страшного. А ну, так всегда, когда что-то хочешь, то одно, то ну, потому что дешевые цены, дешевые отели и билеты, они под нас не подстраиваются, правильно? Поэтому всем семейством вышли, да? Да. Господи, как это называется? Дубки? Да, у нас есть осинки, а есть дубки. Сосновый бор есть. А есть сосновый дубки. Бор. А у тебя сосинки. Ну. Сосинки-то наши. Плитка, да. Собянин, как вы, Сергей, по батюшке, да, не знаю. Почему ты у нас еще не мэр? Вы, ладно, с уважением будем. Я хочу Сергея Собянина, чтобы он здесь был. И сделал нам плитку. Со своим бюджетом. Ну, естественно, не с моим же. Нет, Денис, имеет в виду с московским бюджетом. С его бюджетом. Ну, такое ощущение, ее специально тут колотили, вам не кажется? Нет. Но просто... это не от дождя, Денис. Она хреновая просто. В смысле? Она сколько она лежала? Она потрескалась, и зимой, когда это, так же, как с асфальтом. Мне кажется, здесь просто какая-то хуйня проехала и расхерачила ее нечаянно. Вообще? Типа снег? Она вот потрескавшаяся, видишь? Ну, снег чистит, который вот эти железные такие, нет? Просто в плитке были трещины. У нее попадает вода, и зимой она вот так вот делает, расширяется. Ну, то, что расширяется, понятно. Значит, материалы были плохие. Ну, как бы, знаешь, изначально. Тут как бы уже наши не виноваты. Они закупают плитку. Ну, надо закупать, значит, хорошую плитку. Я не думаю, что у них есть выбор. Скорее всего, какой-то завод выиграл тендер. Выбор есть всегда. Нет. Нет. Я тебе говорю, там не просто так идет. Завод какой-то подает, он выигрывает тендер. И что, надо купить там хуёвый был? А чё тут этот? А как? Вот, грубо говоря, они не знали, да, что там хуёвая плитка. Я тебе говорю, вот как это было. Вот наш завод. О чем еще влоги снимать, да, ребят? Наш завод участвовал в тендере на Пятерочку. Неважно, хреновая, плохая, хорошая. Он предоставляет свои условия. Там 5 заводов было. И вот Пятерочка выбирала, кто будет им всю продукцию производить. Вот наш завод там, ну... Ну, понятно. На каких-то основаниях, может, из-за того, что... Самые дешевые, наверное. Может, из-за этого, может, из-за того, что согласились на объемы. Вот. На сроки, объемы, да. Цены, в совокупе, да, да, все да. Сложилось. Вот.
И в итоге приобрели хуйню. Могли просто асфальт положить, не знаю, вот прекрасно лежит, никаких проблем. Да, для чего эту плитку? А потому что ее можно менять каждый год. Вот. И асфальт... Вот, вот видите, из-за так чего? Он не туда едет, он как раз едет сейчас вот здесь. Он и туда проедет, не ссы. А что у нас там машина стоит? А, сегодня же а он сейчас здесь поедет. Кстати, с 1 мая прошедшим, мир, труд, жвачка, что там еще-то, я забыл. Мне же блинок сказал, сегодня праздник вот здесь был. Что там говорят, мир, труд? Май. Май, вот, да. Ой, Марфа Ивановна готова. У нас ветрища. Чё ты, Лен, сразу тебе холод стал? Ну, я тебе за 300 рублей предлагал. Нет, мне очень нравится, класс. Сомневался. Высокий, устойчивый. Сватный, да? Сватный. Самое главное, в принципе. Вот, блядь, и тут еще ездит машина. Вот, смотрите. Ни стыда, ни совести, ничего лишнего. Придурки. Одним словом. Да, и они тоже. Комментарии написали. Да, тут так красиво. Давно я тут не был. Говорю, смотри, какие красивые кадры, да, как я в лесу был. Ленке понравилось мое видео, где я там снимал в лесу. Ну, многим понравилось, написали красивый фон, вид. В принципе, картинка. Вы не представляете, сколько за этим стоит работы, чтобы вот так вот он заснять, закадровый голос, потом еще какие-то музыку наложить. Вот в самом деле, я вообще собирался просто дома записать видео, а потом пошел гулять и взял с собой это все, поставил. Не, ну, сам сложно придумать идею, то есть ты же не представляешь, как это что. Ёбаная реклама. Ты нигде это не увидел же, правильно? Вот, поэтому сложно немножко нафантазировать такое. Я сначала как-то вот эти цветочки подснял, даже не знал, как это будет выглядеть. А то, что я там сяду на этом, я думал, точно так будет. Потом ветер дул, я думал, как будет звук в микрофоне. Ну ничего. Не, вообще шикарно, ветра нет. Подснял отдельно вот эту штуку, просто наложил пик, там вот эта функция. Ну вот. Ну, не, ну как бы монтаж, конечно, занимает времени, даже 10-минутное видео, плюс цветокоррекцию надо было сделать еще. Понасыщеннее, покрасивее, посочнее. Меня они уже отправили в какие-то сосновые боры. Знаете, говорят, а почему ты там не снимаешь? Вот ты сидишь неделю в сосновом бору. Это какая-то одна из твоих, да? Да, Мила Лол хороший, кстати. Девчонка. Приятный комментарий написал. Не хейтерш. Вон, видите, доски, скейтборд. Но я не катаюсь на скейтбордах. Я один раз встал, но она была, правда, детская, и она сломалась напополам. Поэтому я не катаюсь на скейтбордах. По твоим весу сломалась? Да? Ну, она просто детская была. Если она была взрослая, под меня рассчитана, ты бы тоже встала, она тоже сломала. Да, так вы загибали, есть парк, блядь. И, по-моему, Светкина кумы была. А я не снимал. Вот прям вот тут такой вот момент, красивый фон. На лавочке ставишь штатив. Микрофон подключаешь, Лена. Сейчас нас собьют нафиг. И снимаешь, да? Тут даже красивее в этом парке снимать. Кажется, дождь начинается. А я Ленке говорил, что он начнется. А может нам вот так пойти туда вниз? Так? Можно, конечно, вот так вот кружок целый дать, но... Ой, Ленка вся измучилась. Я? Она этот штатив уже и теряла. Да я прям теряла его. Да его найти все не могла. Ну, я же нашла. Нашла. И что-то там отламывалось, чинили, да, и сейчас опять. Ну, то что он хороший. Не, ну он такой увесистый, да, то есть он не пластмассовый, в этом смысле, да. В свое время 20 лет, стоит. Он изначально так штатив был или просто придумал? Он штатив, селфи-палка, все в одном. Да, ему еще крепеж что-то есть. Брелок есть к нему даже. Б, бляди, блогера. В смысле? Ты про первое утверждение или про второе? Про оба. Что, пойдем вот так? Даун, даун. А эти тоже у меня против зрителей. Влоги, влоги. О, смотрите, что это сделали. Песок с этим поставили. Ну, тут можно даже и сетку натянуть. Смотрите, а у нас вон там еще водоем есть. Этот парк тем самым лучше. Там или просто беседки. Я, кстати, не знаю, почему эти приедут песка просто, чтобы купаться. Люди сразу с парком. Купаться. А что, там? Пруду в этом, который там пиявки. Ну да, они есть везде, как бы. Пиявки, блохи. Он не скажет, что он самый грязный. И палочка.
везде палочка есть, просто разная концентрация. Если рыба живет, значит более-менее нормально. Так красиво, кстати, картинка смотрится. На зеленом фоне пошли курочки, пошли. Петух гамбургский. Не, ну ладно, конечно. Вот смотрите кадры. Дождик, но он что-то как-то непонятно, то ли льет, то ли не льет. Дома колоту, ужасный колоту. Да, отопление же выключили, все. А мне еще, чтобы трешку протопить, это надо... Олигархи херов. Это вообще... Не говори. Здесь, конечно, вообще вся, везде просто. Хочешь сказать, ее везде здесь так почистили? Конечно, специально. Бюджет новый поступит скоро. Я понял. Чего? Это плитка, брусчатка. Ты посмотри, вот она скоро вот такая вся. Оп, и ты как-то красный площадь берешь. Вот в чем смысл. Это нанотехнологии. Вы тут не у памятника, не бессмертный полк. Я так надеялась, малышка это увидит. Тут рыбу ловят. Ну, насчет того, чтобы поехать в Москву на 9 мая, ну, это большим вопросом еще. Что вам мешает? На следующий день на работу кому-то. И что? Ой. В общем, еще думаю. Еще тема. То, что так бы хотелось, конечно, но там будет очень много народу. С ребенком нужно как-то повернуть все. Потому что оставить не на кого. Избавлять тоже не хочу на кого-то. Тема, информация там и там записывает. Да. Потом на авторские права заявлю. Все. Скажу, спиздил. Конечно, на свой телефон снимаю, да? Я скажу, она у меня его взяла, у нас одинаковая почти модель. Тема. О, все уже зелененько, такой классный. А так, конечно, классно. Хочется куда-нибудь поехать отдыхать. Тема уже зайдет. Вот видите. Слушай, а мостика-то вроде не было раньше, да? Тропинки тоже как бы не было. Ну да, мы проходили тропинку. Но мы вот туда просто ходили, я помню, летом с Юлькой, с Мишкой, с Женькой. С Гороховыми. Это обычно уточки, гуси. Да. В общем, природа у нас пойдемте очень красивая. Пойдемте к машине, что-то как-то из этого тоже что усиливается. Природа у нас красивая. А вон там морг. Вот. Озерское отделение здесь морга. Здесь пруд, а там морг. Ну да, ну то есть здесь утонет, если то недалеко. Да. Я просто о плохом не думаю. Морг и морг, все равно все помрут рано или поздно. Я просто не понимаю, зачем они помрут. Некуда было его девать, наверное, Денис. Забор. Ну, огородить. Этого не хватило, видишь? Надо продлить как-то зону было. Он вон идет куда-то. Не знаю, зачем они его вообще сделали, бы это убрали и все. Денисов, депутаты. Можешь претендовать. На президент еще рано с 35. А вот на депутата, может быть, потянешь. А ты будешь женой депутата. Так и так и назову видео. Ленка становится женой депутата. Как так будет камень плавать? Откуда у нас дом? Все, спи, жена. Спокойной ночи. Спи, жена. А, все. Спи, жена. Спи. И не пизжи. У нас, надо сказать спасибо, благодаря вот этой вот брусчатке у нас ребенок укачивает. Да? Во всем плюсы, да? Ищем. Да. Она подстраивается под каждую индивидуально. В один момент у меня, конечно, там колесо заклинило, если в коляску не перевернуло, так-то. Это проблема в коляске. Это стопудово. А не в нанотехнологиях Озерского района. Не надо на коляску гнать. Надо просто... Ой, на Озерский же район уже забыл. Надо просто колеса тоже нанотехнологичные. Так звучит. Да. Брусчатка нанотехнологичная. У меня в паспорте до сих пор Озерский числится, так что мне похер. Да? Интересно, мы к смене паспорта вернемся к Озерскому району или все-таки... Когда-нибудь... Кажется, вообще говорят, что мы через год, через два уже вернемся. Да, я тоже хочу. К нищете, Лен. А, это, ну, да. Озерской. Да мы и так сейчас на ней. Не знаю, чем нет, тебе... Я про то, что Озерскому району опять что... Мне кажется, нет. Потому что уже столько всего сделано для того, чтобы... Что сделано?
Как сделано, так и отменят обратно. Проблем что? Да не, я не думала уже, что. А в Коломне тоже, знаешь, больницу построили. Да. Дубы. Это же дубы, да. Не просто так назвали дубками. Не свешайте. От тебя ли? Тяжелая жизнь, устал. Слушай, вот тут дубы, вон там вон березки. Надо березовую рощу сделать. Парк теперь еще. Просто объединить. Ну, там фундамент. И дождик прям, конечно, херачит. Там хотели что-то построить, но что-то... Крупный такой начинается. Ну ничего, мы успеем дойти, есть что-то машина. Вон там собаки резвятся. Денис с Ленкой тоже так умеют. Да? Каждый вечер. Ночью. Тём, не каждый, да? А что ты думаешь, что-то по-другому резвится? Ну, чуть-чуть в разных позах, может. Тём. Палочка. Тём по-другому резвится. Хочешь палочку? Как же? Ну, ты втянул на кого-то. Это не в твоём влоге, что ты? Действительно. У меня мои привыкшие, они только этого и ждут, Лен. Олень. Это олень же, да? Или кто это? А? Там он олень стоит, бронзовый. Кому нужен бронзовый олень? Приезжайте, скидывайте, да? Бэ-бэ. Не надо трогать, он красиво стоит. Да, и олень красивый. И девки ходят какие-то. Малолетние. Малолетние. Все, мне кажется, было бы красивее. Ну, Лена, ты что так губу-то раскатала? Целую семью оленей. За какую? Шведскую? Да. Вашу или нашу из 5 человек, блядь? Смотришь, сколько это бронзы надо отлить? Это бронза. Так, у нас это бронза, цвет бронзовый, все. Внутри она пустая, конечно. Да. Ну вы еще хотите внутри, чтобы было. Его бы здесь не стояло. Да, чтобы хотя бы не стерли. Цветочки, какие-то кустики. Непонятно с чем, но. Надо Ярик спросить, что это за капуста здесь будет. Береза красивее всего выглядит, честно. Да. Тюльпаны, ёпте, я даже не заметил. Я уже в огородах, у многих вижу, что уже распустились. А здесь поздновато. Девчонки, он Б-блогер, наверное, тоже. Они, наверное, ТикТок снимают. Граматов видел? Прямо сосед. Видел. Ну и ладно, знаете, показал, попестил. И достаточно. С вас лайки, подписки и комментарии. А также на мой второй канал подписывайтесь. Артём Воронов Лайф. Я забыл об этом сказать в начале видео. Там тебе сами видосы? Нет. У меня разные видео на разных каналах. Так что не пропускайте. Спасибо за просмотр. Всем чао. Лен, говорит, заканчиваешь видео? Такой, да. Пока-пока. Пока-пока. Завтра у меня будет.